Всем приветики! Едем на площадку. У нас сегодня... Что у нас сегодня? У нас сегодня пятница. А, у нас сегодня 1 апреля. Всех с днем дураков. Но видео выйдет позже. В общем, сегодня хотела сказать, почему я не общаюсь по скайпу. Частенько мне... Начинают писать люди о том, что давайте пообщаемся по скайпу, у нас есть вопросы. И, ну, хотелось бы обсудить все это. Я не общаюсь по скайпу. Первая причина, конечно же, это время. У меня нету времени общаться с вами по скайпу. Тем более, ну, я понимаю, что там кто-то пишет, он, может быть, думает, что он один такой, и... Но на самом деле вы не одиноки, и людей пишет достаточное количество. И знаете, общаться по скайпу, во-первых, все не расскажешь, все не подскажешь, и это по времени все очень долго, потому что вопросов у всех всегда много. И, ну, я просто не могу чисто физически и общаться, да, и поэтому... Я себя немножко неудобно чувствую, когда я отказываю людям. Вот в этом, кстати, есть такая, знаете, глобальная проблема. Я недавно тут у кого? У Сони Есмин, по-моему, посмотрела видео. «Ошибки года», что ли, или как-то так видео называлось. И, в общем, у нее тоже такая ошибка, то, что надо научиться отказывать людям. Вот у меня эта проблема, она стоит очень остро. Я всегда пытаюсь всем помочь. И зачастую это выходит даже мне самой боком, и потом ты сидишь и думаешь, блин, а нафига мне это все надо, потому что потом люди что-нибудь не то думают, не додумывают, какие-то мнения появляются, еще что-то. А ты вроде бы от всего сердца, от чистой души пытался помочь человеку, а потом ты еще и как бы оказываешься, ну, не очень хорошим человеком. Вот, и знаете, так тоже, если всем помогать, и в том плане, что да, приезжайте все в Америку, тут классно, а потом люди приедут в Америку и скажут, блин, да тут говно, и вот этот вот блогер, он говно, потому что он говорил, что тут все классно, а тут не все классно. Мнений миллион, людей миллион, у каждого свое мнение, у каждого свои понятия, у каждого свои какие-то мысли в голове, и... Сидя там, вы думаете, что здесь все круто, на самом деле приезжаешь, разочаровываешься, и люди, которые тебе говорили, что здесь круто, они становятся как бы плохими людьми, а есть люди, допустим, мы сюда, когда ехали, нам знакомые говорили, что типа, ну, здесь не так все хорошо, и будучи там, я говорила, да ладно, вы типа гоните вообще, у вас все прекрасно, а потом, когда приезжаешь, поживешь, то ты понимаешь, действительно, как-то не так все прекрасно, и люди были правы. В общем, мне не миллион и миллиард, и времени у меня нету, поймите. Наверное, вы думаете, что вот я сижу дома и все, короче, да, и у меня вагон времени, мне заняться просто нечем. Меня поймут только те женщины, которые сидят дома с детьми, желательно, даже между прочим, без детей. Знаете, времени нужно на уборку, готовку, это кажется, что, блин, пришли, все чистенько убрано, все классно. А когда у вас двое детей, поверьте, этой работы и готовки в миллион раз больше. У нас дома можно убираться, я не знаю, круглосуточно, по-моему. Я убираюсь в одном месте, я перехожу в другое место, у меня в том месте, где я убралась, уже насрано. Игрушки раскиданы или там бардак. Что мы кричим? Я машину мочу, а я не могу достать. Ну отстегнись, быстро достань. Не могу. Ну он сейчас будет плакать. Мы уже едем. Ну быстро отстегнись, очень быстро. Вот, и получается, что времени нет. Чтобы что-то приготовить, ну как минимум час уходит. Это по минимуму.
да, чтобы покормить детей, поверьте, на это уходит тоже, наверное, минут 40 точно. Ладно, Диана, она села, аккуратно покушала, и то тоже там свинячит, да. А так как ест Адриан, это страшно вообще просто представить, потому что он ест самостоятельно, ест он руками, все вокруг заляпано, стены заляпаны, стулья заляпаны, столы заляпаны. Это нужно все убрать, его помыть, иногда даже искупать, все помыть, все стулья, и это время. Потом нужно сделать домашнее задание, это тоже время. И знаете, сидеть мне даже, знаете, ну вот пишут люди сообщения ВКонтакте там или где-то. Я вас прекрасно понимаю, я иногда просто вот открыла сообщение, меня отвлекли, и все. И я забыла про это сообщение. Пишите мне повторно, по возможности я всем отвечаю. Я сразу говорю, что я отвечаю только по возможности, я стараюсь всем ответить. Но иногда приходят сообщения, там, офигеешь читать, офигеешь отвечать, все это писать. И думаешь, надо бы, наверное, заснять видео-ответ, так будет быстрее просто, да? А потом думаешь, что человеку может быть неприятно от того, что как бы его, ну, как письмо, да, подняли видео, все-таки это лично. И, в общем, те, кто пишут письма, если вы не против, вы указываете прямо в письме, что вы не против, чтобы я сделала видеоответ. Мне так гораздо проще. И, знаете, пришло как-то, ну, это было давно уже, да, сообщение такого плана, что давайте пообщаемся в скайпе, у нас есть вопросы, мы хотели бы вам их задать. На что я пишу, я в скайпе не общаюсь, и мне человек отвечает, ну и не общайтесь. Как вообще можно с такими людьми разговаривать? Вы представляете, что там сидела на том стороне скайпа, и как я должна была разговаривать с человеком? Потом даже вот банально, я сейчас снимаю видео, да, и на заднем плане у меня стоит шум детский. Когда мы находимся дома, этот шум, он в миллионы раз больше, потому что они дерутся из-за игрушек, они что-то не делят, то они просто дерутся, и они все время кричат. Я не могу общаться, когда кто-то кричит, кто-то меня отвлекает. Я даже сейчас снимаю, они меня отвлекают, я сбиваюсь уже от того, что я говорила. Вот, и... В общем, по скайпу я ни с кем не общаюсь. Вообще ни с кем. У меня нет на это времени, у меня нет на это даже желания. У меня даже иногда времени нет. Почему я все время снимаю видео в машине? Потому что это время, когда можно просто вот куда-то ехать по делам и, не напрягаясь, что-то наговорить. Просто так сесть перед камерой я не могу. У меня есть штатив, я могу его поставить, я могу, конечно, сесть перед камерой, но это нужно делать в тот период, когда Адриан спит. Потому что если Адриан не спит, это конец штативу, конец, там, я не знаю, фотоаппарату, телефону, всему конец. И вот с таким вот шумом снимать что-то, ну, как бы, не очень. И поэтому все видео из машины, которые всем уже надоели, реально надоели, я это понимаю. Каждый раз включаете, каждый раз дорога, каждый раз мы куда-то едем, и мой голос за кадром вечно что-то трындящий. Но по-другому я не могу. Дома у меня нет времени. И даже, знаете, иногда, ну, как бы, понимаешь, что там хочется помочь людям, там у них куча вопросов, куча тоже проблем. Они пытаются как-то вылезти из своего там болота, и ты думаешь, ну может, я кому-то помогу, и это будет для людей хорошо. И потом получается, что нехорошо. Я не буду рассказывать, в чем нехорошо, но получается, что ты в чем-то виноват. И я так мужу говорю, и он говорит, блин, ну по сути, если так вот разобраться, то вообще получается, что он вообще не в восторге от всей этой идеи, моих видео, да, то есть раньше, когда только начинали там снимать, он, да, давай, давай, а потом, когда началась работа, рутина, ему это все нафиг не надо, и сейчас даже, да, я забираю время у детей, у мужа, да, когда я там пишу сообщения, отвечаю на эти сообщения,
То есть это время, которое я могла посвятить бы своей семье. Но я стараюсь помочь вам и ответить на сообщение. Естественно, на скайп у меня вообще просто никак. Сообщение еще ладно, как-то там можно написать. Я понимаю, что по скайпу можно больше информации передать, что это все быстрее. Но я просто не хочу общаться по скайпу. Вот, наверное. Вот не хочу. Вот такая я вредная, противная, и я не хочу общаться по скайпу. Я по возможности всем отвечаю в сообщениях. Я отвечаю практически на все комментарии. Я стараюсь отвечать на все комментарии. Просто есть комментарии почему-то, на которые я не могу ответить. Мне все время пишет одна девушка. Ну, не все время, но периодически пишет девушка. Я пытаюсь ей ответить, а у меня не получается ей ответить. И, ну, приходится, я просто ставлю лайки этим сообщениям. То есть, если вы не получили ответа на свое сообщение и просто получили лайк, то значит, я не смогла вам ответить. Если нету ни лайка, ни сообщения, ну, ответа, тогда значит, я просто пропустила ваше сообщение. Вот. Так что я стараюсь ответить всем всегда, но только в письменной форме. Вот. На этом, наверное, и все. Всем пока-пока. Небольшое дополнение решила снять. Это уже у нас прошло несколько дней. И решила снять дополнение такое, что те, кто задают мне вопросы в основном одни и те же. Не обижайтесь, если я вам буду скидывать ссылки на видео, где я отвечаю на эти вопросы. Просто писать одно и то же как бы уже надоело. Видео на этой теме я тоже уже все сняла. Но люди новые приходят, люди не все видео просматривают. И поэтому, если вы задали какой-то вопрос, а в ответ вы просто получили ссылку, пожалуйста, не обижайтесь, это не из моей какой-то вредности и грубости. Просто ответ уже есть на этот вопрос, и писать смысла как бы нету. Вот, теперь точно. Всем пока-пока.